Насколько мне известно, наши коллеги из этой международной организации по антидопингу сейчас рассматривают возможность проведения клинических испытаний по поводу того, как быстро выводится из организма человека этот препарат. И первые исследования показывают, что у разных людей по-разному это происходит. И в зависимости от этого могут быть сделаны какие-то выводы практического плана, в том числе и касающихся конкретных спортсменов. Исхожу из того, что все эти решения будут объективными, но это не значит, что нам нужно почивать на лаврах и значит, там как-то хихикать по этому поводу. Нет, такие спортсмены, а у нас большинство таких спортсменов, которые к допинговым скандалам вообще не имеют никакого отношения. А давайте послушаем самих спортсменов.